Добрый день, дорогие друзья! С вами Гарик, компания ProEquip. Сегодня в нашем обзоре представлены кожаные мотоперчатки от одного из ведущих польских производителей компании Shim, модель Bullet. Вот так данные перчатки выглядят изнутри. Вот такой внешний вид они имеют снаружи. Имеется дополнительный наладонный слайдер, это для того, чтобы защитить вас от сильных падений, ударов, ушибов и скольжений. Также имеется жесткая защита костяшек встроена. И также на каждом пальце имеется по дополнительной защите для защиты косточек. Очень мягкие, приятные, удобные. На ладони проходит двойной слой кожи, что будет очень удобно. Данные перчатки очень хорошо продуваются летом. Они имеют перфорацию внутри пальцев, а также перфорацию на ладонника и снаружи пальцев. Будет очень хорошо проветриваться и будет всегда комфортно, и не будет жарко. Имеют липучку-регулировку. Достаточно хорошо клеится, хорошо держит. По сравнению с первой их модели, это уже, кстати, вторая, здесь немного удлинились запястья, немножко изменили эргономику данных перчаток, и они стали садиться фактически идеально. Наряду с их стоимостью, она, кстати, очень невысока, то прям вот цена-качество выходит данной перчатки. ProEquip рекомендует данную модель к покупке. Подпишись, описание, ссылка внизу. Всем пока!